Война и мир. Том 3. Часть 3. Глава 1. Краткое содержание. Движение человечества непрерывно. Поэтому, чтобы понять историю, надо исходить из однородного влечения людей. Историю меняет не несколько человек, а народные массы. Для изучения законов истории мы должны изменить совершенно предмет наблюдения. Оставить в покое царей, министров и генералов, а изучать однородные, бесконечно малые элементы, которые руководят массами. Никто не может сказать, насколько дано человеку достигнуть этим путем понимания законов. Но очевидно, что на этом пути только лежит возможность уловления исторических законов, и что на этом пути не положено еще умом человеческим одной миллионной доли тех усилий, которые положены историками на описание деяний различных царей, полководцев и министров, и на изложение своих соображений по случаю этих деяний. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.